собака Хигеры. Вырубай этот ролик нафиг, потому что он испортит твою психику. Приветствую, друзья! Наверняка вы не раз слышали от бабушек, что в избе обитает домовой. Некоторые верили в существование мистического дедушки, другие лишь ухмылялись. Согласно старинным преданиям, домовик – это дух, который поселяется в жилище и охраняет его обитателей от бед. А вот на глаза людям старичок показываться не спешит. Кто такой домовой и что он делает? Принято считать, что в нашем мире обитает несметное количество духов, к которым относится и хранитель жилья. В некоторых случаях он идет на контакт с человеком. Однако, не все верят в существование домового. Ведь научных доказательств нет, все базируется на личной вере. С древних времен люди считали домового добрым духом, который защищает избу и ограждает ее обитателей от невзгод. Но если относиться к нему пренебрежительно, то можно легко разгневать доброжелательного дедушку. Существует поверье, что домовой обитает во всех зданиях, где живут люди. Он способен уберечь от отрицательной энергии или наказать за беспорядок. Чаще всего негодование духа проявляется в том, что он прячет вещи или портит их. Имеется ряд негласных правил, которые помогут установить хорошие отношения с соседом. Существует ли домовой? Он не является человеком или мифическим существом. Домовой – это дух. Конечно, ученые не признают его существование, поскольку отсутствуют реальные доказательства. Каждый человек сам решает для себя верить или нет в наличие духа. Ведь порой загадочным событиям, происходящим в доме, легко найти логические объяснения. Однако наши предки на 100% верили в то, что в каждой доме обитает хранитель, который оберегает здание и его жильцов. Чтобы заслужить его хорошее отношение, люди уважительно относились к дедушке и постоянно его подкармливали. Некоторые даже выделяли для него отдельное место в жилище. Как выглядит домовой? Единого ответа на этот вопрос не существует. Есть мнение, что он является людям в облике различных животных, собак, кошек, коров и так прочее. Если объединить все имеющиеся данные о внешнем виде домового, то вырисовывается следующая картина: старичок невысокого роста со светлыми кудрями и серебристой бородой. Маленький гномик, облаченный в колпак и лапти. Непонятное существо с блестящей шерстью и скромными размерами. Чаще всего внешний вид дедушки зависит от того, как выглядит хозяин квартиры. Где живет домовой? Он обитает в красном углу, на печи, у порога или на чердаке. Иным словами, предпочитает селиться там, где ему нравится и где никто не сможет потревожить. Некоторые люди утверждают, что встречали духа в хозяйственных постройках, сарай, хлев, баня. В место, где селился старичок, ничего не ставили, туда не ложились спать. В
противном случае человек плохо себя чувствовал и мог заболеть. Чем питаются домовые духи, не прочь полакомиться следующими продуктами: печенье, мед, сахар-рафинад, джем, сметана, молоко, конфеты. Также старичок питается эмоциями хозяина дома, точнее его энергетикой. У злого и жестокого человека никогда не будет доброжелательного духа. Если он совсем не сбежит из тяжелой атмосферы, то станет пугать обитателей жилья и портить вещи. Как появляется домовой в квартире? В древние времена считали, что дух есть в каждом жилом строении, дома, квартиры и так далее. Обычно он невидим, но может показаться перед важным событием. Чаще всего его появление происходит днем или ночью. Однако в большинстве случаев духа не видно, но ощутить его домового возможно. Порой старичок гладит человека по руке или голове, может навалиться во время сна. Существовало поверье, что подобное нападение предвещало будущее. В некоторых случаях наши предки рекомендовали напрямую спросить у дедушки, к добру или худу его появление. Если дух ведет себя агрессивно, например, щипается до синяков, то стоит ждать несчастий. Домовой может с особой любовью относиться к отдельным членам семьи. Свое теплое отношение он проявляется своеобразно, заплетая их волосы в косички. Колтуны, которые очень сложно расчесать, животных, которые пришлись старичку по душе, он холит и лелеет. Те, которые не по нраву духу, начинают болеть. Дедушка дает о себе знать различными звуками и шумами. Наши предки представляли старичка доброжелательным духом, который не способен на злые поступки. Но иногда дедуля может пошалить, переставить предметы в доме. В древние времена мистическое создание имело несколько разных имен: дедушка, помощник хозяйский, бережек дома, радник хозяйки. Наука не представляет явных доказательств существования старичка, но и не дает опровержений. Некоторые источники утверждают, что домовым становится кто-то из погибших родственников. Например, мужчина, умерший без отпущения грехов или некрещенный. В других преданиях дух – это женщина, спутавшаяся с дьяволом. Домовой в доме – хорошо или плохо? Итак, вы на 100% уверены, что в жилище поселился дедушка. Это благо или зло? Одни советуют задобрить соседа, кормить его сладостями и веселить. Другие считают, что духа следует изгнать и провести ритуал очищения. Глубоко верующий человек никогда не захочет соседствовать с мистическим существом. Но основная часть обитателей Земли не придерживается религиозных догматов и считает, что появление в квартире домового к добру. Он оберегает жилище от различных бед, пожар, ограбления и так далее, поддерживает семью. Следит за чистотой в жилище и создает уютную атмосферу. Указывает на поломку бытовых приборов. Играет с малышами и домашними животными. Привлекает финансы в семью и предупреждает о грядущей опасности. Если человек не соблюдает порядок в квартире, то дух начинает сердиться. У неряшливых и злых обитателей жилья домовик становится таким же. Если старичок разбрасывает и портит вещи, пугает, это не значит, что он плохой. Просто основная пища – дух-энергетика людей. Если она негативная, что сосед начинает буянить. Общие признаки присутствия домового выделяют несколько основных показателей того, что в квартире появился новый жилец: шум, грохот, топание, стук. Если в доме беспорядок, то подобным образом дедушка напоминает о необходимости осуществления уборки. Поведение животных. Кошки, собаки и другие питомцы способны видеть домового. Если они играют с чем-то незримым, виляют хвостом, значит, в жилище добрый дух. Животное, проявляющее агрессию или страх, признак того, что в квартире поселился злой домовик. Пропажа вещей. Дух любит пошалить, его привлекают блестящие предметы. Он может перекладывать их, прятать. Если пропадают сладости, значит, следует покормить старичка. Подсказки во сне. Хранитель может подсказать решение проблемы во время ночного отдыха человека. Оберегает его от кошмаров. Ощущение безопасности. Переступив порог дома, люди чувствуют, как уходит тревога и пропадают страхи. Дух создает в жилище благоприятную атмосферу. Предупреждающие сигналы.
Разбитая посуда, звонок в дверь, падение вещей – это означает, что домовик хочет предупредить о грядущей опасности. Проверите, закрыты ли газ и вода, убедитесь в исправности розеток и так далее. Игры с малышами. Дети до 7 лет способны видеть хранителя. Добрые духи играют с ним, а злые пугают. Как узнать, есть ли в доме добрый домовой? О существовании в жилище дедушки говорят посторонние звуки, шорохи, ночные шаги. Но не стоит их бояться, просто, когда все спят, дух проверяет, все ли в порядке в доме. Кошки и собаки видят хранителя. Первые мурчат без видимой причины. Это означает, что домовик чешет их за ухом. Иногда кошки играют с духом. Собаки реже веселятся с хранителем. Чаще всего они просто внимательно рассматривают что-то невидимое, не реагируют на зов хозяина. Если пес не проявляет агрессии и не рычит, значит, у вас добрый домовик. Основные признаки существования в квартире хорошего духа. Если не страшно спать в кромешной тьме, значит, на подсознании ощущаете безопасность. А не беспокоиться, дедушка. Если у вас хорошие отношения с духом, то он посылает вещи и добрые сны. Отгоняет кошмары, не дает проспать на работу. Часто положительный хранитель подсказывает, когда придут гости. Например, у человека появляется предчувствие, что сейчас позвонят или постучат в дверь. В жилище с добрым домовиком приятно находиться, в семье хорошие отношения. С таким соседом стоит дружить, угощать сладостями, благодарить за помощь. Как узнать, что в квартире злой домовой дух, нехорошую сущность неправильно называть хранителем? Если она поселилась в доме, людям некомфортно спать в темноте. Даже взрослые боятся оставаться в таком жилище в одиночестве. Основные признаки существования в квартире злого духа – постоянные ссоры и скандалы в семье, злоупотребление алкоголем и прочие проявления негативной энергетики. Если люди ведут неправильный образ жизни, домовой обижается и покидает квартиру. На его место заселяется злой дух. Регулярные заболевания членов семьи. В доме, где поселилась нечисть, неприятно находиться. Хочется быстрее покинуть помещение. Злую сущность необходимо прогонять и звать доброго дедушку, который в будущем защитит дом и его жильцов от нападок нечистой силы. Кто предопределяет поведение домового? Чтобы не разозлить хранителя квартиры, важно правильно обращаться с ним. Именно от обитателей квартиры зависит, каким будет домовик. Как вести себя с невидимым духом дома, чтобы дедушка был добрым, соблюдайте чистоту и порядок в жилище. Для человека грязь – это пыль и мусор. Духи видят ее иным образом, они лицезрят энергетический мусор и стараются от него избавиться. Хорошему хозяину домовой станет верным другом и помощником. Он не допустит пожара или кражи, разбудит утром и напомнит о важных делах. Регулярно беседуйте с духом, рассказывайте о новостях. Ведь он является полноценным членом семьи, владеющим магией. О чем говорить с домовым, общаться с дедушкой можно мысленно. Позовите его посмотреть кино или возьмите с собой в гости. Напишите хранителю записку и спрячьте ее в укромном месте. Это реальный способ дать понять домовику, что вы не боитесь его, а считаете другом. Задабривать старичка можно, а вот подкупать не стоит. Дух способен рассердиться, ему не важна материальная сторона человека. Больше всего дедушка ценит моральный и душевный облик. Всегда можно выделить несколько минут, чтобы пообщаться с духом. Чтобы домовый был добр к вам, обустройте на чердаке для него местечко. Поставьте цветочки, положите тряпочки и яркие ленты. Там же можно оставить записку с вопросом, просьбой и благодарностью. Если бумажка пропала, значит, скоро будет ответ. Помятая и рваная записка свидетельствует о том, что дух не желает с вами разговаривать. Как задобрить домового? Существует несколько способов расположить к себе старичка. Чаще беседуйте с хранителем, благодарите за оказанную помощь. Выделите ему специальные игрушки. Домовые часто берут на прокат мелкие предметы и вещи, чтобы повеселиться. Заведите шкатулку и складывайте туда украшения. Скажите, что она принадлежит домовику и попросите играть только со своими вещами. 28 января всегда поздравляйте дедушка с днем рождения. В
качестве презента выбирайте любые сладости. Поскольку хранитель является членом семьи, у него должна быть собственная посуда. Выделите чашку и блюдечко для дедушки. Отношение домового к домашним. Старательным и чистоплотным хозяевам дух будет помогать, заботиться о домашних питомцах и показывать свое хорошее расположение. Чтобы подружиться с домовиком, выкладывайте на стол разные вкусности и сладости. А вот вилки, ножи и специи не стоит оставлять. Это может разозлить старичка. Если намечается долгая поездка, попросите домового присмотреть за хозяйством. Если обитатели жилища пришлись не по душе дедушке, он начинает их пугать. Хлопает дверьми, разбрасывает предметы, свистит и так далее. Некоторые верили, что дух обладает колоссальной силой и способен столкнуть человека с кровати, чтобы душить его. Поэтому не стоит с ним ссориться, лучше поддерживать доброжелательные отношения, бояться или не бояться домового. Добрым людям не стоит опасаться хранителя, он не принесет вреда, а станет лучшим помощником. А вот тем, кто гонит старичка или вслух рассуждает о страхах, скорее всего придется столкнуться с гневом дедушка. Какие неприятности он приготовит в этом случае для людей, лучше не проверять. Домовые и домашние животные. Основная часть питомцев – коты, собаки, попугаи – чувствуют присутствие в квартире мистической силы. А вот кролики и змеи в этом случае слепы, они не способны ощутить домовика. Псам и попугайчикам плевать на отношения с духом. Кошкам и крысам этот аспект очень важен. Коты общаются с домовиком на своем языке, их отношения строятся на взаимном уважении. Если заметите, что пушистик регулярно таскает в укромное место мышек или колбаску, то он пытается подружиться со старичком. Не стоит мешать налаживанию контакта. С домашними крысами ситуация сложней. Если дружбы с духом не получится, то создаться дилемма или я, или он. В этом случае вы бессильны, придется держать питомцев в клетке. А вот если старичок и крысёнок подружатся, то эффект от присутствия в квартире духа усилится в несколько раз. Как забрать дух дома в новое жилье? Если вам повезло с дедушкой и он помогает в делах, то при переезде стоит задуматься о том, как поселить его в новом доме. Что понадобится для ритуала? Для проведения обряда по переселению домового в новое жилище нужно знать заговор и приготовить поношенный левый сапог хозяина или хозяйки квартиры. Как провести ритуал? Перед тем, как покинуть старое жилье, поставьте обувь в пустой комнате и прочтите заклинание. «Дедушка, пойдем с нами в новый дом, будешь там хозяином, в нем, нам без тебя, ну никак на новом месте. Пойдем с нами, вот тебе сапог, собирай в него пожитки, а мы тебя подождем». В новом жилище, прежде чем разбирать пожитки, поставьте обувь в пустом помещении и скажите: «Ну, переехали». «Выходи, дедушка, обживайся, да к нам на ужин загляни, а мы пока пожитки разложим». После этих слов покиньте комнату, зайдите на кухню и постучите ложкой по тарелке либо рукой по столу. Как мириться с духом дома? Если старичок чем-то недоволен, то стоит выяснить, что не так. Возможно, в последнее время в доме часто ссорились, было много негатива. Если не может понять, в чем причина недовольства старичка, то просто мысленно попросите у него прощения. Как и любое разумное существо, дух чувствует обиду, разочарование. Если ваши действия негативны и несут зло другим, то домовой будет разочарован. Ему больше по душе любовь и доброта, откуда берутся домовые в новых домах. Существует несколько версий по этому вопросу. Одно из поверий гласит, что хранителем становится покойный хозяин жилища или тот, кто его строил. Согласно другой легенде, сам Бог посылает добрым людям дедушка. Специалисты по паранормальным явлениям утверждают, что дух поселяется в обжитой квартире, то есть там, где накопилась определенная энергетика людей. В новом строении домового призывают с помощью специального обряда. При переезде можно попробовать забрать дедушку с собой, но сделать это крайне сложно. Хранитель ведет оседлый образ жизни и вряд ли покинет полюбившееся жилище. Как призвать домового? Хранитель может явиться на зов обитателей квартиры. Даже если после проведения ритуала он не покажется, не стоит отчаиваться. Возможно, домовик пришел в бестелесной оболочке.
Хотя может вовсе не явиться. В некоторых случаях старичок покидает дом, если в нем постоянно ругаются и царит негативная атмосфера. Чтобы вызвать дедушку на контакт, нужно находиться в квартире в одиночестве, поскольку он пуглив и посторонние люди могут его спугнуть. Дух никогда не отказывается от лакомства. В древности наши предки угощали его булочками, сыром и молоком. За 7 дней до проведения ритуала в углу кухни ставьте блюдце с кушаньем. Перед обрядом постелите белоснежную скатерть и расставьте на ней разные сладости, конфеты, шоколад, леденцы. После этого отвернитесь от стола, чтобы домовенок мог спокойно покушать. 3 раза проговорите следующую фразу: «Дедушка, приходи ко мне за угощением». Если дух придет, вы сразу это почувствуете. Возможно, услышите топот ног или тихие движения. Ни в коем случае не поворачивайтесь и не разговаривайте со старичком. В противном случае он испугается и убежит. Дайте время покушать и затем спросите, можно ли обратиться к нему за помощью или советом. Чтобы понять ответ, задайте условные знаки. Например, прикосновение к левой руке означает «да», к правой «нет». В завершении ритуала обязательно поблагодарите духа. Повернуться лицом к столу можно после того, как домовой уйдет. Спустя сутки остатки сладостей закопайте под деревом, неподалеку от дома, где проводили ритуал. Обряд с карандашами. Для вызова домового можно воспользоваться канцелярскими принадлежностями. Проводить ритуал разрешено только в том случае, если семья проживает в доме минимум 6 лет. Однако не стоит вызывать духа по мелочам. Используйте ритуал в крайних случаях, когда нет возможности решить проблему самостоятельно. Проводить обряд разрешено с мужем или женой, но только не с кровным родственником. Каждый берет по 3 карандаша и складывает их в форме буквы «П». Затем четко произнесите следующие слова. «Батюшка, скажи, пожалуйста, озвучьте свой вопрос. Если да, то подними палочки вверх, нет, опусти их». Если домовик пришел на зов, он обязательно ответит на вопросы. Перед началом ритуала тщательно продумайте, о чем будете спрашивать духа. Задать вопрос можно только 3 раза. В завершении ритуала поблагодарите хранителя и дайте ему несколько гостинцев, приготовленных заранее. Открывать глаза разрешается после того, как домовенок уйдет. Обряд с ложками. Альтернативный вариант вызова существа. Приготовьте 4 ложки и нужно нарезать из бумаги полоски. Оберните ими столовый прибор, оставив небольшой хвостик. Включите свет и разложите предметы по кругу. Скажите следующие слова: «Приди, хозяин». Если пришел, разверни любую ложку и заверни обратно. Если дух примет приглашение, то вы услышите характерный шорох. Только не оборачивайтесь. Просто потрогайте ложки, если на них нет бумаги, значит, домовенок готов вас выслушать. Народные приметы про домового. Существует огромное количество поверий, связанных с хранителем. Девушки, чтобы не сердить домовика, не должны спать ногами и выходить из дома с распущенными локонами. Если дух играет с малышом, это хороший знак, сигнализирующий о том, что он защищает ребенка от болезней и невзгод. Если дедушка начинает буянить, следует его задобрить сладостями и молоком. Стук посуды на кухне предупреждает о пожаре. Если кого-то из членов семьи домовик сильно дергает за волосы, грядет серьезная ссора. Если старичок стучит по трубе, ждите обиды, охает к убыткам. К чему видеть домового наяву? В реальности увидеть старичка можно только в том случае, когда он сам этого захочет. Если рандеву состоялось, не пугайтесь и не кричите. Существо безобидно и не причинит вреда. Возможно, просто решил с вами поближе познакомиться. Если дедушка принял образ животного и как тень двигается по комнате, это предупреждение, касающееся здоровья или личной жизни. Увидеть духа, который находится на месте какого-то человека и выполняет мелкую работу, означает скорую смерть. К чему приснился домовой? Во сне дух является в разных образах, например, в виде расплывчатого пятна. Облик не важен, поскольку спящий в любом случае осознает, что перед ним домовой. Существует несколько толкований подобного явления. Дух в хорошем настроении. Стоит ожидать положительных перемен в жизни.
Если старичок что-то говорит, запомните его слова. Возможно, в них скрывается подсказка для решения проблемы. Дедушка пугает – это плохой знак. Скорее всего, в ближайшем будущем придется столкнуться с серьезными неприятностями. Если во сне вы открываете дверь и впускаете в избу домовёнка, это к добру. К чему приходит домовой ночью и обнимает. Дедушка, который проявляет добрые чувства к обитателям жилища, хочет отблагодарить за угощение и благоприятную атмосферу в квартире. Также объятиями он поддерживает людей в трудные времена. Не пугайтесь подобных явлений, дух не пытается вам навредить. Если душит домовой, что это значит? В квартире может поселиться злое существо, которое ведет себя агрессивно. Например, пытается задушить человека. Чаще всего с такими ситуациями сталкиваются женщины. Парапсихологи уверены, что подобным образом домовик проявляет недовольство беспорядком в доме. Если нападение происходит регулярно, стоит провести ритуал изгнания. К чему смеется домовой? Если дедушка в плохом настроении, он бьет посуду и портит вещи. А если у старичка все хорошо, можно услышать его смех. Подобное проявление считается положительным знаком, который сигнализирует о грядущем позитивном событии. К чему щекочет домовой? Если духу стало скучно или, наоборот, ему весело, старичка тянет пошалить. Чаще всего это невинные поступки, например, пощекотать, поиграть с животными или переставить предметы. Не стоит остро реагировать на подобные явления, ведь домовёнку тоже нужно развлекаться. К чему услышать храп домового? Для начала убедитесь, что храпит не сосед или животное. Если подобные звуки издает дедушка, не стоит бояться. Это означает, что он расслаблен и доверяет обитателям квартиры. Если храп становится очень сильным и мешает отдыхать, нужно задобрить духа и попросить вести себя немного скромней. Не забудьте оставить на столе сладости. Каждый сам решает, верить или нет в мифических существ, духов. Наши предки считали, что в любом доме есть домовёнок, оберегающий дом и его обитателей от неприятностей. Не стоит ссориться с дедушкой, ведь его гнев и обида способны принести людям много бед. Даже если вы не верите в существование домовика, старайтесь поддерживать в доме положительную атмосферу и избегайте ссор. А вдруг и правда седовласый старичок из-за угла наблюдает за тем, как вы себя ведете? А вы встречались с хозяином дома, друзья? Напишите ваши комментарии под видео. Увидимся, Демура.